Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Анна Михайловна, и сегодня я хотела бы вам прочитать сказку, которую написала Агния Барто. А называется она «Медвежонок невежа». А почему же он невежа? А вы знаете почему? Нет? Тогда слушайте внимательно. Сейчас я вам прочитаю сказку, и вы узнаете, кто такой невежа. А для начала я хотела бы вам показать. Смотрите. Какого красивого медведя художник нарисовал на обложке? Вы видели, какой красивый медведь? А вы знаете, кто иллюстратор этой книги? Виктор Чижиков. Вы представляете? Вот смотрите, каких еще здесь у нас. Вот видите, медведя он нарисовал. Вот, видите, здесь как раз написано. Иллюстратор Виктор Чижиков. А кто написал сказку? Агния Барто. Вы видели, да? Ну что, слушайте внимательно. Сейчас вы узнаете, кто такой невежа. Был сынок у маменьки, медвежонок маленький. Мама был фигурой, медведицу бурую. Уляжется медведица под деревом в тени. Сын рядом присоседится, и так лежат они. Смотрите, какие красивые иллюстрации. Вы видели, как наш маленький медвежонок похож на нашу бурую медведицу, да? А вы увидели, кто здесь у нас еще нарисован? Да? Кто? Зайка. Вот, смотрите, зайка. Еще один зайка. Видите, да? Ворона и сова. Видите, все они внимательно за ними что делают? Наблюдают. Угу. Он упадет. Ах, бедненький. Его жалеет мать. Умнее в заповеднике ребенка не сыскать. Сыночек дисциплину совсем не признает. Нашел он мед пчелиный и грязной лапой в мед. Мать твердит, имей в виду, так нельзя хватать еду. А он как начал чавкать, измазался в меду. Мать за ним ухаживай, мучайся с сынком, мой его приглаживай шершавым языком. Родители беседуют, мешает он беседе. Перебивать не следует взрослого медведя. Вот он примчался к дому и первый влез в берлогу. Медведю пожилому не уступил дорогу. Вы представляете, какой у нас медведь? Смотрите, вот у нас такая вот иллюстрация, да? А как вы думаете, в какой момент художник нарисовал нашего медвежонка? Это когда он упал, да, видите? И мама что делает? Медведица его жалеет, видите? Бедный же, да? Упал, плачет. Видите? Вот такая вот иллюстрация красивая. Вчера пропал куда-то. Мамаша сбилась с ног. Взъерошенный, лохматый, пришел домой сынок. Изъявляет маме, а я валялся в яме. Ужасно он воспитан. Всю ночь ревет, не спит он. Он мать изводит просто. Тут разве хватит сил? Пошел сыночек в гости. Хозяйку укусил. А медвежат соседки столкнул с высокой ветки. Медведица бурая, 3 дня ходила хмурая, 3 дня горевала. Ах, какая дура я, сынка избаловала. Это вот он, видите, изобразил, когда медвежат соседки столкнул с ветки. А вот эту вот соседку, медведицу бурую, видите, укусил. Представляете, какой медвежонок. Советоваться к мужу медведица пошла. Сынок-то наш все хуже, не ладятся дела. Не знает он приличий, он дом разрушил птичий. Дерется он в кустах, в общественных местах. Заревел в ответ медведь. Я при чем тут жонка? Эта мать должна уметь влиять на медвежонка. Сынок, забота ваша, на то вы и мамаша. Ну вот, дошло и до того, что на медведя самого народного папу Мишка поднял лапу. Отец сердито воя, отшлепал сорванца. Задело за живое, как видно, и отца. А медведица скулит, сына трогать не велит. Бить детей недопустимо, у меня душа болит. Смотрите, видите? Не лады в семье медвежьей.
А сынок растет невежий. Я знаю понаслышке, и люди говорят, что такие мишки есть среди ребят. А вам, друзья мои, встречались такие ребята, как вот этот мишка? Надеюсь, что нет. Вот такая вот сказка. Ну что, надеюсь, вы не будете такими мишками. Желаю вам всего доброго, друзья мои. До новых встреч. Пока-пока.